Спасенному котенку дальневосточного леопарда Лео 260М в честь Всемирного дня кошек установили новую улучшенную высокотехнологичную видеокамеру для бесконтактного наблюдения в центре реабилитации. Старая камера сломалась очень не вовремя, в самый разгар проведения испытаний охотой юного хищника перед возвращением в дикую природу. До предполагаемой даты выпуска леопарда на волю остается полгода, поэтому необходимость круглосуточного наблюдения за хищником стоит остро. Камера стоит напротив грота, где леопард проводит большую часть времени, прячет добычу. У нее более мощный оптический зум и подсветка, благодаря чему получаются более четкие кадры во время ночной съемки. Видимость практически как днем, рассказал Виктор Кузьменко, председатель правления центра «Тигр». Десятимесячный котенок одной из редчайших кошек здоров, проявляет естественную реакцию избегания человека, нервничает и прячется при приближении к вольеру машины. Без труда охотится на мелких млекопитающих и учится скрадывать крупную добычу. На днях одолел своего третьего оленя.